Агрокомбинат в Горках Десятых на протяжении 20 лет поставляет свою продукцию для жителей Подмосковья и ближайших регионов. Сейчас в связи с обильными затяжными дождями урожайность упала, но производители считают, что как только установится сухая солнечная погода, цифры вернутся к своим первоначальным значениям. Здесь цифры решают все. Теплицы работают круглый год. Чтобы пережить зиму, работники трудятся, не покладая рук. Богатый урожай, приемлемая закупочная цена – залог успешного производства. В обычное время специалисты ежедневно снимают по несколько тонн овощей, но дождливая погода вносит свои коррективы. Проблемы есть, как у всех предприятий, но мы с ними справляемся. Не так все страшно, как казалось бы. Работа идет полным ходом. Наш комбинат работает 24 часа в сутки, бесперерывно. Вот. И ну, пока все хорошо, слава богу. В теплицах не только выращивают культуры, которые так любит потребитель, но и проводят эксперименты. Технологии сейчас позволяют оптимизировать многие процессы, в том числе и сэкономить на потреблении электроэнергии. В этом боксе мы выращиваем салат под светодиодами. В перспективе, я надеюсь, если все наши эксперименты будут удачные, то это нам поможет сэкономить на потреблении электричества. Опять-таки, в этих боксах более проще поддерживать необходимую температуру, влажность, что приводит к более, в перспективе, я надеюсь, приведет к более качественному сбору урожая. Леонид Георгиевич с удовольствием показывает свои владения. С первых минут общения понимаешь, человек на своем месте. От его взгляда ничего не ускользает. Чтобы качество продукции соответствовало всем нормам, важна каждая деталь. Действительно, производство экологически чистое, и оно востребовано нашими жителями. Да? Это и салаты, это и помидоры, это и огурцы. И мы видим с вами землянику лесную, лакомство для наших детей. И очень отрадно, что предприятие финансово устойчиво перечисляет налоговые отчисления в бюджет нашего округа. Что меня особенно радует, что на данном комбинате работает 100 человек. Сейчас идет активный сбор томатов, огурцов и салата. На подходе клубника и земляника. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».